И потом я слушал очень красивую, ну, очень красивую песню. Я хочу это играть. Но я не понимаю, что он говорит. Я все не понимаю. Я слушаю, я говорю, это так, как босанова. Я слушаю, я, как сказать, cry. Да, плачу. И я не понимаю, зачем. Это музыка, да? Я делал аранжиров, я думаю, вы все знаете, что это песня. И мы будем играть сейчас. Yes.
Спасибо.